нам сегодня нужно пойти и сперва запарить гранулы легиону, ириски и марику. Поэтому обуваемся и топаем. Взять тазики возле их денников. Вот наши тазики. И в кормовую. Вот у нас как вроде как предкормовая, где стоят подкормки, мешки разные с всякими нужными штучками. И насыпаем. И мешок ириски с мариком. Дальше на мойку. Топаем на мойку и заливаем теплой водой, не горячей. Наливаем так, чтобы хорошенько покрылись, не подавилось, когда кушала. Желательно, чтобы они совершенно разбухли. Все, вот мы залили водичкой, и оно час-два настоит. Летом желательно сильно заранее не замачивать, потому что может закиснуть. Но так как сейчас уже прохладно, 2 часа нормально для сания гранул.